Уважаемые господа, мы открываем двери в балетный зал. Этот спектакль характерен тем, что в течение каких-то 35 минут зритель может увидеть всех звезд данной труппы во всей их красе и увидеть лучшие стороны каждого исполнителя, лучшие стороны кардебалета, лучшие стороны самых-самых ведущих солистов и среднего звена солистов. Возможно, зрителю импонирует то, что он видит как бы то, что обычно скрыто от глаз зрителя, то, что происходит за кулисами в репетиционном зале. Здесь же работу в репетиционном зале мы выносим на суд зрителя. Я думаю, что это важно для зрительного зала. Эти премьеры, класс-концерты, «Радио Джульетта» — это первая моя работа здесь, в театре, первый проект. И скажу честно, еще еще неделю назад, до приезда Мессерера, Миша, я волновался, а как, получится, не получится, как артисты, как дети, как большое количество детей, что очень нелегко. Для меня сейчас важно, что делают мои артисты больше, чем что делаю я. И их успехи – это мои успехи. И честно, мне больше, я получаю больше удовольствия от того, когда мои артисты хорошо танцуют, чем когда я хорошо танцую. В этом мне балете мне очень нравятся прыжки мальчиков и поддержки. Через 5 лет я представляю себя не хуже их, ну, что я попытаюсь быть не хуже их, и чтобы у меня получались такие же всякие трюки, как у них. А сейчас, вот после 6 дней репетиции, это видео вчера, мы собрали все, я успокоился, я понял, все будет хорошо.